сын, экс-солиста группы «Ласковые» Майора Шатунова. В этом году прощается со школой. 17-летний Денис получил среднее образование в немецкой частной школе, куда его пристроили родители. Накануне вдова певца Светлана поделилась кадрами с выпускного сына и рассказала о том, как она им гордится. «Сегодня я самая счастливая мама. Я невероятно горжусь тобой. Ты это сделал. Будь рядом, а я всегда буду рада тебя поддерживать», – обратилась Светлана к выпускнику. Фанаты в комментариях бурно обсуждают внешность повзрослевшего сына Шатунова. Одним кажется, что Денис выглядит копией своего отца, другие не видят никакого сходства. Некоторые из поклонников написали, что у молодого человека папина улыбка. В то же время часть комментаторов считает, что Денис, как и его младшая сестра Эстелла, унаследовали внешность своей матери. «Далеко не красавец, разве можно его с Юрой сравнить?» – спорят фанаты. Связать свое будущее с авиацией. Поклонники звездной семьи оценили пост «Гордость своих родителей». «Очень красивый молодой человек, Юра б гордился. Спасибо за воспитание достойного, умного и целеустремленного Дениса». Напомним, Юрий Шатунов познакомился с будущей женой Светланой в 2001 году, а в 2007 пара поженилась. В сентябре 2006 на свет появился Денис, первый ребенок пары. В 2013 у супругов родилась дочка Эстелла. Шатунов с семьей жил в Германии, куда Светлана переехала еще в детстве. При жизни Юрий Шатунов, который скончался летом 2022 от обширного инфаркта, тщательно скрывал свою семью от посторонних глаз и не показывал общественности. В сети можно найти лишь единичные снимки, на которых наследники артиста еще совсем маленькие. Светлая память артисту.